Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня мы поговорим о том, как приручить щенка к рукам. Ну что ж, давайте мы начнем. Руки хозяина можно называть главным инструментом в его взаимоотношениях с собакой. Первое знакомство с человеком и начало общения с ним у щенка начинается, когда он еще находится в утробе матери. Через ее организм щенок получает первые сигналы. Если мать содержится в максимально комфортных и безопасных условиях, а заводчик с душой и пониманием ухаживает за щенной матерью, часто и нежно гладит ее по животу, произнося ласковые слова. Положительные эмоции непременно передаются от матери к детям. В дальнейшем таких щенков будет намного легче воспитать и обучить, чем тех, что росли и развивались в неблагоприятных условиях. Мать была постоянно голодна, беспокоилась и нервничала. После рождения щенков опять не обходится без рук хозяина, который аккуратно берет каждого из них для первоначального осмотра. Если все происходит именно так, щенки перед отъемом от матери, как правило, уже привыкли к человеческим рукам. Однако, если заводчик хочет побыстрее продать щенков, то тут уже не до нежностей. В этом случае щенки после отъема от матери и однопометников вообще не будут знать, что такое руки человека. Именно поэтому с момента появления щенка в новом доме его воспитание и обучение необходимо начинать с приучения к рукам. Это совсем не сложный процесс. Главное — осторожность, терпение, аккуратность. Щенок еще не понимает, зачем его берут на руки. Собака теряет естественную опору, ей становится страшно и неуютно. Поэтому в первое время поднимать ее нужно только при необходимости и нежелательно долго носить на руках. Если правильно брать щенка на руки, он не должен испугаться, и в дальнейшем будет проще ухаживать за растущей собакой. Кормление, ежедневная чистка, осмотр у ветеринара, участие на выставках, воспитание и обучение. В первую очередь щенок должен научиться спокойно относиться к прикосновениям и не бояться различных движений. Для щенка ваши руки должны ассоциироваться только с приятными ощущениями, чтобы у него возникло доверие к хозяину. Впоследствии щенок будет спокойно воспринимать все ваши движения и при этом чувствовать себя намного увереннее. Без активного участия рук хозяина невозможно правильно воспитать и обучить собаку. Приучая щенка к поводку, надевайте ошейник спокойно и уверенно. В играх без активного манипулирования руками также не обойтись. Для щенка ваши руки должны стать символом доброты, ласки, приятных ощущений и положительной энергии. Это очень важно, если вы хотите вырастить здоровую собаку с уравновешенным от хозяина собака должна получать только добро. Для пса практически все вы делаете своими руками. Устраиваете место, готовите пищу, строите вольеры или будку. И при этом ваши положительные эмоции передаются питомцу. Наша жизнь далека от совершенства и абсолютного спокойствия. Поэтому иногда вам придется разнимать дерущихся собак. А как это сделать без помощи рук? Никак не обойтись без добрых рук хозяина. Именно поэтому приучение собаки к рукам необходимо начинать с детства. Ребята, если вам понравилось видео, то тогда поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал. И всем пока-пока-пока-пока!